Всем привет, дорогие зрители и подписчики наших каналов. Мы продолжаем проходить чужие колониальные морпехи, или как-то так, да, это переводится. Ну да. Третья миссия. Гибель батьего Сулака. Господи. Начинай давай уже, переводчик. Окей. Мы на ветеране играем? А, нет. Что? Ой, да, мы играем на ветеране. Потому что я не успел отмену нажать. Ну ладно, нормально. Короче, у нас резал Сулака. Да, такая маленькая неувязочка. Мы уже третью миссию пытаемся взять автоматически. Да, да, мы по-прежнему с дробовиками. Здесь. Без понятия, как менять. Сулака, это вы. Ответьте, прием. Сулака, вы меня слышите? О, Нил, куда ты не поли... куда не пойду, везде... О, Нил. Это Сулака. Рад тебя слышать, сынок. Сулака? Забудь об этом, все кончено. Нифига там в нас кусок летел. Рейдер 6-5 ну, тебя да. подождет. Но только не заставляй ждать себя слишком долго. Конец связи. Десантная шлюпка далеко? На стене тень просто великолепная. Да-да-да, я уже увидел тоже. Ох, он Нил какой крутой парень. Как менять оружие? Шкапец. Ну да. Мы в невесомости или не показалось? Нет, показалось. Короче, в последнее время тут с бойцами. О, логично. С бойцами Ютани мы тут боролись. Был Ютани. Которые хотели замести следы. Рядом, это когда я могу дать тебе пинка под зад. Эти наемники пытаются захватить шлюпку и удрать. А кто это орёт на микрофон, я не пойму. Еще один пилот. Ой. Ну да, конечно. Так, я первый. Ой, нет, нам не туда, подожди. Нам нужно вот этот вот баллон принести. Я понял, но я уже слишком близко. Да плевать, ладно. Окей. Эй, я думал, тут сейчас взрыв будет. Нас утягивало. Что это было? Авария. Это была разгерметизация. Окей. Нам сюда, на второй этаж, походу. Ну, судя по всему. Вау. Так, а тут что такое? Тут Сулака. Потому что они этого не хотели. Мы наткнулись на то, что не должны были видеть. Офигеть. Да, красиво. На безопасное расстояние отойдите, пожалуйста. Несмотря даже на общую упоротость игры, то есть в плане графики, выглядит прикольно. Да, неплохо. Так, тут у нас оружейное. Я умею читать. О! Снова морпехи. Огнемет. Продолжайте ну, это хорошо. Украл, да. Я украл. Враг, убей. В смысле украл? Он один на всех? Да. Отлично. Ладно, тогда ты идешь вперед. А мы проверим посты. Тут товарищ ушел. Ты бы видел, куда он ушел. Куда, Влад? Так, ребята, я ушел куда-то, туда, куда нужно. В стройку? Да, примерно туда. Окей, а ты где вообще? Просто дело в том, что враги уходят куда-то в черноту, вот за этими дверями, и потом отстреливаются. Вон, видишь, как этот, как в третьей части чужих, такая штука упала на планету. Я вообще далеко... А, вижу. Такая вообще, у нее с точки зрения аэродинамики форма какая-то странная. Ее нет. Ну, нет, форма, да. Форма кирпича. Это спор из ряда вон, как Виталий мне доказывал, что у хищника лезвие дурацкие. Как это он так вообще? Я его не люблю больше. Виталий. Смотри, опять прет. Кого? Понятно кого. Она режет дверь. Ее. Творяй, Фатима. Надо посмотреть, насколько. Гори. Пали. Паленым запахом. Ты что там делаешь с ним? Я убиваю людей. Это страшно на самом деле. Так, подожди, мы тут были только что. У меня ключит.
Точно такое же помещение. У нас здесь войду. Так, открывается дверь. Здрасте. Да, ты напалмом выжигает, да? Да нормально, вроде всем все нравится. Неплохо, неплохо, неплохо. Хорошо. Потому что там дурни эти. Экшона порядком там, да? Да, хватает. Так, нам вообще в эту сторону, там их, похоже, довольно много. А нам в другую сторону. Не знаю, меня тупо лупят. Ладно, я бегу за тобой. Лифт. О, тут разрыв. Макс, идешь? У меня диалог идет. Ну да. Подожди, я что-то нашел. А, это патроны. Так, ребята, вы сейчас переместитесь ко мне, я думаю. Ну, не факт. Окей. Ожидание других игроков. Push the button again. Короче, только я не знаю, пожалуйста, правильный код. Ну да, наверное. Прикольно. Как лифт вообще ездит еще? Ну, ты слышишь по звуку. Огнемет как М16. Ну да, кстати, ручка очень похожа. Чувак! Вот тебе и ответ. Так, у меня персонаж стоял только что в воздухе. Приехали. Ладно, по-моему, пора выйти. После вас. Да нет, еще можно поставить. Нихера не вижу. Ну ты мне близок. Вот тут прикольно полу. Кто-то отужинал человеком. А да. А может просто последствия взрыва. Ну. Не, ну судя по вот этим кускам, это не последствия взрыва. Автомат! Как его поднять? Его нельзя поднять. Он просто поврежден кислотой, понимаешь? Конечно! Игра повреждена кислотой. Ну да. Что-то как-то потряхивает, перетрахивает. Самую малость, да. Не знаю, у меня какие-то комплексы уже развиваются по поводу вот этого Нила и этой Беллы. Просто, куда бы ты ни пришел, они уже там и сидят такие, типа, ну приперся наконец-то, сколько тебя ждать-то можно? Кстати, я тебе хочу сказать, что я вообще не обращаю на них внимания. Ну, я просто хожу и осматриваю окрестности, там, убиваю кого-то. Я так понимаю, что наш герой безымянный, и вообще, то есть смысла нет, в нем нет. Наш герой не безымянный. Ваши, получается, безымянные. Главный герой, за которого я играю, получается, у него там имя есть. Ой, нифига, Виталий, башку оторвал. Ребята, я куда-то свалился. Не наш. Куда ты свалился? И тут чужой снизу бегает к вам. А, вон. Это нормально? Нет. А ты слезть можешь? Могу. Ну не хочу, да? Нет, я хочу. Тут можно играть за чужих, я вспомнил. Точно, в мультиплеере. Да, можно. Там без выбора, там просто смена сторон идет. Ну все равно. Counter-Strike. А ты пробовал? Да, я ж бегался. Ну и как? Ну прикольно, наконец-то, правда. Ну лучше, чем... Не, я имею в виду, когда на за чужих играешь. Там вид от третьего лица. Не знаю. Короче, в АВП я упал. В 2010-м АВП лучше было. Ну, ты знаешь, мне 260-й больше понравился. Там все-таки по атмосфере, наверное. Я упал в воде, и я умер. Нет, там, блин, прикольно. Есть. Да я вообще мертвый валялся, мне поднять надо. Сейчас пойду. Меня укусит, а все, ты не успеешь, можешь не бежать. Да как так? Ты все, умер, что ли? You are now dead. Еще ножик надо провернуть. Да-да-да. На всякий случай. Офигеть. Окей. Так, Ребзи, нам надо пробиваться. Ты за кем следишь? А, ты следишь, дверский, наверное? Дверский чемодан. Понятно. Я не знаю, как переключаться делать. А, бампер. Бамперами, да? Просто дело в том, что сейчас мы переместимся куда-то, и ты появишься. Я чего, бывал? Проверь мне. Я уже умирал. Ах, да я уже не раз умирал, да. Ты что ж ты прям лезешь ты ко мне? Ну, ой, хочется. Ой, ой. Что ракет тебе понравился. Сзади там по вам. Я вниз свалился. Ну, там плохо.
Здесь еще эти, здесь вообще полный набор. Да, тут уже комбо пошли. Ага. Чужие плюс люди, люди плюс чужие плюс люди и так далее. Да, так, это тебе аутки. Вот I'm alive, fucker! Все понял. Окей. Шо? Я тут что-то ломаю, если чё. Вот, я открыл что-то. О, что происходит? Сулака. До десантной шлюпки нам надо добраться. Я с удовольствием, мне корабль надоел уже. О, тут вообще все плохо. Я за белый. Не знаю, как вы, а я валю. Какой еще... Ой, она мне сейчас на голову свалится, эта фигня. А, вот это прикольно, кстати. Ну, угу. Когда чужие, нормально играется. Да, вот когда Counter-Strike начинается, мне честно говоря, не очень. Игра про чужих. Так, девушка, прыгай. Да она, когда против чужих воюешь, звезд с неба не хватает. Не, ну понятно, но все-таки... Какая-то атмосфера есть. Ну да. Ну тут как в этом... Как во Вьетнаме, от каких-то гуков прячемся. Мой штык был весь в желтом мясе. Да-да-да-да. Ты от заката до рассвета. Здоровый негр. Афроамериканец. Ну негр. Он был по-негр здоровый. О, тут вообще с гравитацией проблема. Если ж ногами бегать будем. Да, похоже, уйдете. Давайте, я за... это было круто. Что это такое? Как это? Там броня? Ну, я может, взял... оружие какое-то? А ну, нафиг она надо? Понятно. Полная. Отворяй! Кто там режет? А этот, О'Нил, тоже еще. Я просто анимацию не проигрывал, что он ее режет. Нормально, аналогично. Разве это важно? Ну да. Ой, о, он бежать. Чужие, они бегут от врагов, как правило. Ну, они, по идее, должны там как-то сзади подкрадываться из темноты. Подожди, это ж... Но здесь нет темноты, поэтому им приходится... Кто это такой у него? Рисунок какой-то, что ли, я не понял. Почему ты... Да, это... Ну, на броне просто, броня нарисована, разрисована. Ой. Да. Я просто думал, у него кишки нарисованы на груди. Не, ну не настолько же все плохо. Он... Знаешь, я бы не удивился. Он реалист. Он понимал, что его ждет. О, блин. Почти получилось с дробовиком. Еще один готов. После другого ничего нет. Кроме дробовиков. Я думаю, мы обречены. В пасть вставлял пистолет. Да, мы между миссиями попробовали поменять оружие. Не вышло. Это капец. Ну, у нас есть такое сафари на чужих. Это мне напоминает фильм. Ой, что это? Ой, япона мать. Такси наши, поехали. Это наш маршрут, парни. Мне это напоминает игру Бомж. О, господи. Игру. Фильм Бомж с дробовиком. Кто смотрел? Так, я в невесомости, что ли? А, нет. Нет. В упоротости. Это с Рутгером Хауэром, который? Да, это бред. Ну да. Ну, я его как он там с крышкой на голове его? О, на шее. От люка. Да-да-да. Это гениальное изобретение. Ну, конечно. Так, у нас, по-моему, сейчас это окно просто вынесет. Нормально. Убить 5 противника, стреляя сюда там, короче, мне дали. От бедра, наверное. Наверное. Ой, для них тут кишит. А там за окном что-то совсем все печально. За окном зима, да. Блядь. Давайте пусть они их убивают. Я кинул гранату. Это правильное решение. Только она не долетела. Не буду им помогать вообще. Противник убит! Я буду. Это наши враги. Или нет? Может их спасти надо было? А, там еще кто-то отстреливался? Ну нет, ну, не наши, блин, были. Что я чего говорю? Они так, такие тут... просто этот, маски все такие. Тут погрузчика нет. Спецназ там. Спецназ? Спецназ. Ой, я упал.
Так, у нас сейчас, по-моему, влетит что-то. Ой. Бегом в шлюз! Рейдер 6-5, мы идем! Мы идем, понимаешь? Он уже там накрыл столы. Где у Нил? У него опять выхода ждет, наверное, такой. Пришли. А эти опять, да. Ну заходите, что стоим, да? Так, подожди, сюда. Куда сюда? Нет, не сюда. А вон. Ты, наверное, туда? Я не знаю, куда, но... А, вот лифт сейчас приедет. А Нил на лифте приехал уже. А Нил лифт уже сверху прислал. Такой. Ты видел, у нас две руки дергали от рычага? Они друг в друге были. А вот эти девушки у меня друг в друге сейчас тоже находятся. Вернее, девушка его Нил. Нет, у меня нормально. Ну, сейчас уже нормально. Они слились воедино, ты имеешь в виду? Девушки друг в друге. В едином страстном порыве. Да-да-да. Технологии 21 века. Опа. Корабль, он цел. Ну, я думаю... Кто там что заблокировал? Чурон наш. Та, которая орала громче всех. Я залез, ну и по мне по ногам стреляют. Зачем ты залез? А, нет, я вылазю обратно. Мне не нравится. Это было туповато. Ну, блин, я надеялся. Вроде нехорошо. Союзник выпал из строя, а я следующий чувств. Парни. Так, заметьте, мы играем на ветеране. Да. Парни. Заметьте? Парни. Тихо, я сейчас аптечку возьму. Да какой аптечка, парни? Да нормально! Скажите моей жене. Да, блин. Ты там передай недалеко. Я вижу свои кишки. Упал. Я не добежал, прости. Я тоже. Странно. Нам хана тогда. Вставай, 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 вставай. То есть я успел. Нет, я по-прежнему лежу, если что. Ща. Да какой ща? Сейчас все будет. Мне хана. Ооо. Ты один. И тебе хана. Со вселенной. Да и убежал. Не, ну ты сможешь. Ты, в принципе, вот тогда в Call of Duty умудрился всех убить. То есть не вылазь там сильно особо. Пусть да наши постреливают. Да на тебе гранаты, на. На-на! Технологии. Клочья там. Так, пардон, ребята. Он там с пулеметом просто, я боюсь. Ой, отходи. О, ты посмотри. Все. Одна очередь, и я труп. Я его убил, кстати. Ну, хорошо. Так, где у нас ближайший чекпоинт? С чекпоинтами, по крайней мере, тут вроде неплохо. А, да, вроде неплохо, хоть с чекпоинтами тут. О, господи, датчик движения что-то засек. Что-то как-то я этот датчик движения как вначале включил, так и все. Нет. Если бы не он, между прочим, мы бы не прошли так далеко. Да, оно просто дорогу показывает. Что не надо. Очень гнать. Я тут. Я что-то нашел. Какие-то звездные пробоечки. А, вот, тут надо включить что-то. Ой, мне нехорошо. Я что-то включил, короче. Включайте что-нибудь там. И что это нам дает? Ой, что-то закрутилось. Сейчас, наверное, шлюз откроется или. Ну, туда залез. Да. Там лестница. Уже неплохо. Замечательно. Да. Чё, а что ты там? Поднимайся. Тут так пробежал. Оо, телефон омет. Так он вообще непробиваемый. Его отстреливают, отскакивают пули. Ребята, мы в жопе. Да нормально. Так, я сейчас к тебе. Нет, я к тебе уже не успею. Неважно. Короче, приехали. You are now dead. Ну ты главное до следующего чекпоинта дойди, а мы там как-нибудь появимся. Да, а, ты тоже умер, Артур? Да. Ой, господи, а чё я тут блюд? Страшно закричал. Я... Ты смотри. Бью. Он намерен выиграть. Ты посмотри на него. Ага, там, смотри. Тащит. Тактика. Стопэ! Давай, ты смогёшь, ну. Они стоят и стреляют. Опа. Подыгрывают. Плюс один. Тебя прикрывает бот. Будь спокоен. Я сам как бот. Граната прилетела, все. Только индикатор увидел. А нам туда пробиться надо, да? Прикольно. Да, да. Я думаю, так, если бы у нас винтовки что-то... были, то может быть. Не, понятно, да. Не, уже какой-то будет. Хоть челлендж появился, тут уж совсем как-то. Челлендж? Челлендж. Челлендж появился. Челлендж. Челленджи появился, Рук. Рук,
Давайте сразу же наверх бегим. Господи, этот упоротый дядька опять выходит. Ой, я застрял. Все ясно. Возможно. Мне хана. Нормально. Я хотел прорваться. Но я вас тут... Нормально прорвался. Я вам помогу немножко. Я тебе помогу! Давай. Я тебе помогу! Я умер. Подожди, давай я в них постреляю. Не-не-не. Вставай, мы смогем. Окей, точно смогли. Ку-ку. На гранату. О, граната. Уходи. Давайте просто бежать. Я думаю, они будут лезть тут до утра. Вы бросили меня. Я аптечку нашел. Ура! Ну, вы поняли. Меня бросили. Да, я тебя бросил. А ты умер, да? Да. Спасай тебя. Там внизу столько всего. Да беги, да пробеги уже куда-нибудь. Мне уже ничем не поможешь. О, вон я нашел второй. Нет, не слишком много, нет? Как добраться туда? Построить мост, так ладно, окей. Как построить? Вообще что? Надо как-то построить мост. Вы понимаете, да, что у вас проблемы? Нет. Я вообще не понимаю. Он даже не понимает. Там вроде дверь открылась. Да, да, туда нам и надо, видимо. Такой у меня чел. Надо это аккуратно. Не чел, это девушка. Ой, там дядька с пулеметом. Да, блин, я насовал у него уже там 20 патронов. Да. Пользуя величайший в мире искусственный интеллект. Вот он. Я сижу тут. Он упал за углом. Стреляю в него. Рядом он в меня. Так, ну все, его уже убил, проходи. Ребята, делайте что-нибудь. Мы делаем. Все нормально. А эту лавочку-то, блин. Все нормально. Мы делаем. Ты Ира, там... ты не дают. Не да давай я. Они с тобой встал, дай сюда. Дай сюда. Вот как это делается. Ну давай. Ага. Все, готово. Сейчас контейнер поднимется. Погнали. А может люс надо было открыть? Нет, там контейнеры двигаются, короче. И вот мы да, по ним должны успеть пропрыгать. Так, что там со здоровьем? Нормально, Макс? У меня все плохо. Вот вон аптечка, короче, лежит, подбирай. Сейчас я вас, сынки, научу в этой игре. Папка сейчас научит. Поехали дальше. Сейчас. Контейнер не приехал еще. Да хрен с ним, сейчас вот я подойду. Вот он подъехал. Все четко. Пацаны, ну вы как? Подожди, за него тащи. Господи, у меня здоровье аж. Я упаду сейчас. Ты еще упади только. Вот да упасть только осталось. Сейчас. Папка сейчас все сделает. Давай, нажимай кнопку. Никто, конечно, тебя не попадет. Конечно. Все, вторую запустил. Сейчас все будет. Музыка похожа. И пока лежи мертвый. Да мне нормально, на самом деле. Это называется... Снял с себя ответственность. Окей, так, дальше, да. Да все элементарно. Что там? Ты знаешь, что делать? Не я без понятия, честно. Ну просто тут все и так очевидно. И вот сейчас надо взять броню. Вот в данный момент игры по сюжету. Потому что иначе, если мы ее сейчас не возьмем, мы дальше просто по сюжету не пройдем. Логично, ну, да. Логично. Сюжетные действия. Вот, я поднял патроны. Вывод. Их надо применить куда-то. Применить можно на вон тех чуваках снизу. Инштейн. Что, квест? Чисто квесты вот сейчас составляющая показывает полностью в игре. Знаешь, у тебя интеллект, по-моему, искусственный. Я вообще-то за это и 5 минут назад сказал. Ну ладно. Окей, теперь надо запустить первую. Господи, да, а потом вторую опять. Вам просто одновременно, по-моему, надо. Может, вам нужно одновременно это сделать. Запусти, пожалуйста. Да нормально. Садитесь уже на шлюпку, бросайте меня и... Вы там уже чужие. Естественно, мы тебя бросим. Там и свои, и чужие. Ой, я не пробьюсь, мне хана. Пробьешься. Ты бойкий. Все, я не про. Макс, давай, вся надежда, короче, на тебя. Да как ты свалил мне лута? Беги на шлюпку. То есть вот так, да? Нет. Ну это без шансов. Ну я умер, если что. Окей, а где у нас шлюпка? Я надеюсь, где-нибудь вот с этого момента. Нет, конечно же нет. Вы че? Короче, в панике поднимаемся наверх и делаем все это.
Нет. Потому что воевать тут, походу, можно... О, господи, я боялся этого, честно говоря. Ну, нормально, на самом деле, все. Так. Ребзя, я пошел наверх. Я пошел наверх. Вообще надо слушать, что говорят. А, то есть вот так, да? У этих дверей, кажется, есть аварийный механизм. Вот все, что мы все это время делали. Так, да ты запускай тут, а я пошел вперед. Окей. Ребята такие, а куда они пошли? А почему они нас не убили? Капец. Я на это тупо. Заперто. Заперто. Так, сейчас упадет все, ты иди. Пусть падает. Оу. Я помню. А, это наш. Тут, оказывается, наш еще есть. Нет, так, тут большой дядя, я помню. Дробовик на таких расстояниях, это тоска печаль, конечно. Вообще везде таскаю печаль. Почему я с этим упоротым дровояком? Я, у меня есть более прокачанный. Все, я его убил, большого дядю. Зачем? Сейчас я, включаю, короче, контейнер. Вы бегите туда. Все, все, поехали, контейнеры, давайте ждать. Тут аптечка есть, если кому надо. Нет, ее уже нет. Тут, походу, они... Подождем. Они тут, походу, как-то... Не знаю, как... Броня кому надо, вот. О, я сейчас закинул. Никого не попал. Естественно. Я вспомнил, фонариком можно еще светить. Да, вовремя. Так, ты там... Я там... сижу тут вот, как-то. Okay. Вот он, вот это. Погнал. Это тактик. Чисто вот мы сменили сложность. Посмотрите, насколько интереснее стала игра. Интереснее? Да? О, я надеюсь. Не стало? Не стало, да. Ладно. И я повышаю сложность до супергероя. И отвечает Борис Бурда. Да-да-да. Так, что там запустить опять? Ой-ой-ой, мне плохо. Что тебе плохо? Прячься, пожалуйста. Да, у меня брони почти нет. Подожди, а эту левую опять надо запустить, нет? Или... Да-да-да-да, вот возле которой ты стоишь, ее надо запустить. Так она не запускается. Макс, ты запустил? Ну, да, вроде. Точно. Может, только я могу это делать. Внизу, да, там дроп щип. Там, походу, этот, типа, надо сваливать вниз сюда к кораблю. Да, 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 все, валим. Ого, вниз, я туда не пойду. Так, давайте не спешить. А, я уже умер. Я попробовал. Там не работает. Я спасу тебя. А ладно. Вон она, десантная шлюпка. Короче, я десантирую шлюпку. Да, давай. Десантируйся в эту шлюпку. Ой, десантировался. Думаю, предчувствие. Пожарная. Смотри, на нас как тараканов налезло. Кассен нормально сделал. Нормально. Срежиссирован. Вообще за руль кто-нибудь сел, за штурвал? Зачем? Вытащи нас! А ну-ка, заткнулись! Слышишь? Не базарь. На. Все, мы падаем на планету. Ура! Артём, отдай руль. Он там сзади лежит, забирай. Второй двигатель вышел из строя, и под нами мокро. Под нами мокро? Я не понял, о чем это она. Рейдер 6-5 падает. Это тот самый взорванный, этот самый, да? Тот самый. Этот самый. Возможно. Вполне возможно. Это было вот уже как-то, по-моему, более похоже на что-то, на игру. Ну да, надо на этой сложности играть. Приходится да, помирать, но при этом приходится стараться. Новый рекорд, ветеран сложности, ух ты. Оу, oh, yeah. Короче, в принципе, короче, я думаю, узнаем мы, тот ли это взорванный, или не тот ли это взорванный, как сказал Артём, в следующей серии. Yes. Не так, ну ладно. Да, а на пока что все. Давайте прощаться. Попытаемся между сериями мы все-таки взять другое оружие, потому что с двумя дробовиками это тупо, по-моему, ходить. Да, это очень тупо. Ладно, безнадега в надежде Хадли. Замечательный перевод, очередной такой. Безнадега в надежде Хадли. Хадлис Хоук. Хадлис Хоук, да. Да. Короче говоря, ладно, увидимся в следующей серии. С вами были Артём, Артур, Максим. Пока. Пока. До свидания.